Флориан Ильяс, 1913, лето одного года. Перед вами книга «Оксюморон», одна из самых сложных и самых увлекательных книг, которые я когда-либо читала. Книга 1913 Флориана Ильяса – это замечательное произведение, адресованное всем умным людям, живущим на нашей земле. Книга Флориана – это документальный роман предчувствия. Это роман предупреждения всем нам. Мы узнаем, как жила европейская мировая элита элит, ну и немножко обычных людей, не имея ни малейшего понятия, что же реально произойдет в следующем, 1914 году. Книга переведена на 20 языков и, слава богу, переведена в частности на русский. Кого-то из особенно гениальных писателей, художников, предчувствие мучило не на шутку. Кто-то, как вы узнаете, занимался творчеством, разводился, женился, страдал, сплетничал и плел интриги. Этот роман, разбитый на 12 месяцев одного года, оказался по-настоящему трендсеттерским. Его ходы и приемы стали повторять и в кино, и в литературе. Я озвучила этот роман, уже дважды прочитав книжку. И да, в ней неимоверное количество зубодробительных немецких названий улиц, площадей, да и просто никому неизвестных имен. Неважно. Воспринимайте их как музыкальный шум. Книга важна совсем другим. Я настоятельно рекомендую прочитать и прослушать эту книгу директорам музеев, галерей, писателям, поэтам, сотрудникам Министерства культуры и просто интеллигентным людям. Я абсолютно согласен с моей коллегой и партнером по этому проекту Аленой Долецкой о том, что всем интеллигентным людям необходимо прочитать эту книгу, и особенно сотрудникам Министерства культуры, чтобы общий культурный уровень нашей культуры обогащался и повышался благодаря прекрасным культурам других стран. Получите удовольствие от этого произведения. Удачи! Давайте послушаем прозаиков и поэтов, композиторов и философов. Они что-то знают про жизнь. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться. И вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать, и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.